Итак, здорово, ребятки! Сегодня я покажу вам то, что ко мне приехало в магазинчик, то, что сегодня уже появится на сайте. Конечно же, ссылочки все я оставлю в описании, так что переходите, смотрите. И еще очень важно то, что будет много карт со старого завода Огайо. Если же вы хотели себе такие карты, тогда в описании все, переходим и смотрим. Итак, начнем, наверное, с вот такой вот колоды. Да уж, вот, так уже намного все круче. Это Visa Private Reserve. Короче говоря, очень редко, всего 100 колод было выпущено в продажу. В общем-то, все. Да, на этом мы можем заканчивать. Вот такой вот шикарнейший коробочек. Это уже второе, к чему мы приходим. Вот такой вот крутой коробочек. Это в стиле колоды Kings от Иллюзионист. А здесь у нас, смотрите-ка, что есть. Ну, во-первых, шуточная такая колода, которая называется Chicken Nuggets. Я уже себе одну открыл. Это я ее забираю в коллекцию. Она на самом-то деле очень интересная. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас будет. Полная копия легендарной колоды Jerry's Nugget. Это у нас карта такая, которая идет в комплектике. Типа это 100% аутентичная колода. Именно Chicken Nuggets. Также еще у нас есть вот такие вот картишки, очень прикольные рожицы на них, которые будто бы обжираются чикенами, всяких там фастфудах. Вот, вот такая вот рубашка, карты очень качественные. Для кардистера прям вообще зашибись зайдет. Вот так. Следующие, ребятки, это карты от Дэна и Дэйва. У меня, собственно говоря, недавно вообще их не было, карт Дэна и Дэйва, но тут они прям пришли, еще Smoke and Mirror V7, очень крутые карты, так что я решил вернуть, потому что уже 3 колоды у Дэна и Дэйва, а для него раздела на сайте нету. Так, это что, это моя, что она тут лежит? Следующие карты, это все со старого завода Огайо, все с Цинциннати, очень старые карты, даже не знаю, какого это все года. Коробочек, я так понимаю, я себе его оставлю. Он мне очень понравился. Я его очень себе хочу. Но если вдруг вы такой захотите коробочек, тогда напишите себе цену в комментариях, какую вы готовы за него отдать. Но если цена будет хорошая, тогда, возможно, я его и продам. Ну, боже, какой же он классный. Мне еще того хватило. Я туда все топовые колоды положил, который был в предыдущем завозе. И там, ребятки, я тоже очень радовался ему. 14 самых топовых колод положил. Вот. Ну, короче, давайте начнем об этом. Это у нас, опять же, все Огайо. Все Цинциннати, Огайо, старый завод. Вот такие вот это карты. Честно говоря, я даже не знаю, какие они там внутри караваны. Я первый раз их вижу. Далее, вот такие вот Steam... Ух ты ж ее. Steam Streamline. Вот. Вот так вот они выглядят. Значит, Streamline. Опять же, все Цинциннати. И даже не знаю, какие они по качеству будут. И вот такие вот супер крутые байки. Винтаж дизайн. Это у нас даже неизвестно какой год. Получается, байкл винтаж дизайн. 120 лет. Это приблизительно, я думаю, так 2008. Нет, нужно считать. Нужно считать. Прям так сходу вам не скажу. Но возможно, здесь у нас есть внутри на каких-нибудь картах, там, не знаю, на рекламках год их. В общем-то, все, появился у нас теперь разделчик Цинциннати Огайо на сайте. Это я уже прям вот уверен, потому что очень большое количество карт со старого завода появились. И обычные байки, и вот на те вот такие подъехали. Но это еще не все. Сейчас будет очень и очень ценная вещичка для фокусников. Смотрим. Это, ребята, Madison Gamblers. Это первое. Трюковая гав-колода от Даниэля Мэдисона, которая подходит для колод именно от него же, Мэдисона. А это у нас для Artifice карты. Значит, это для Artifice такие вот гав-карты, как ног. Я вам сейчас покажу, что это такое гав-колода. Вот, например, Madison Gamblers. Я уже себе одну такую забрал. Так, давайте-ка мы сейчас зафокусируемся. Вот, и смотрим, что здесь у нас будет в серединочке. Поехали вот так вот. Вот это у нас вперед. Значит, поехали. Это у нас для Madison Dealers Green вот такая вот колода. Это для Rounders Black. То есть здесь у нас участвуют две карты. Madison Rounders и Madison Dealers. Вот такие вот у нас казино. Чисто такие вот чистые-чистые. Здесь у нас уже
с двумя картами, а здесь у нас с королем Буби. Здесь у нас вот такие вот специальные карты для того фокуса, который был у меня на канале уже. Здесь второй комплектик, только вот тут уже видите, дилерс. Здесь у нас 4 такие вот туза с дилерсом, здесь у нас уже с раундерсом пошли. Вот такие вот они хорошие. Даблбеки для дилерс 4 штуки. Даблбеки для раундерс 4 штуки. Теперь что тут у нас? Вот такие вот для дилерс, раундерс опять же. 3 карты монты только с дамами. Вот посмотрите, какие они идут. Туз, туз, дама, дама. Теперь поехали. Тут вот такие вот тоже они как двойные идут. Вот такие вот у нас есть комбинации в покере. Опять же дилерс, раундерс. Это для, я так понимаю, унисекс и для той, и для той колоды. Но самое главное то, что эти карты, они, как будто этот кубик, он делается специально, будто бы карта зрителя превращается в кубик. В общем, круто. Далее, Madison Dealers. Здесь у нас вот такие вот надписи с предсказанием на тузе есть. Это для дилерс, это для раундерс. Джокеры для дилерс и джокеры для раундерс. Собственно говоря, очень много всего полезного, всего интересного. Как бы колода подходит и для дилерс, и для раундерс. И таких колод целых аж раз, два, три штуки. Три штучки есть. Что еще? Вот такую я не открывал, честно говоря, хочется открыть, но пока их две. Если будет на нее обзор, значит я одну открыл. Если не будет обзора, значит я ее не открыл. Но вы знаете, что я сейчас прям вот хочу с вами вместе открыть. Если вдруг вам такая идейка понравится, то обязательно пишите в комментариях. Так, ну и прямо вот сейчас мы в онлайне видосики откроем. Это Цинциннати, Огайо, старый завод. Я помню точно, меня многие просили именно со старого завода, чтобы карты были до ядрен, до батона. Но это же как-то вообще издевательство, если честно. Они, наверное, тогда еще не знали, как нужно хорошо делать вот эти вот пломбочки. Давайте с этой стороны попробуем. Да ядрен ты батон. Плевал я на это все. Сейчас мы раздербаним вот так вот колоду. Так лучше не нужно отрывать. Я вам совет. Так, синенькая пломбочка. Честно, даже жалко отрезать ее. Но попробовать карты со старого завода-то хочется, Саша. Поехали. Такс. А ну, год есть? 2006 год! Ой, 2006 год! Старющие-то какие? Ух ты! Они такие какие-то веселые. Чё, судоку? Ответ... А! Прикольно! Судоку, короче, на рекламке сделали. Это типа ответ, я так понимаю. Это у нас... Что-то такое new from the maker bicycle sudoku. Не, чё, мне такое понравился. Гарантии. Ну, стандартный дизайн. Но, блин, Цинциннати-то, ёлы-палы. Чё, крутяк. Дизайн такой вот, он простой и в то же время разрисованный. Короче, как байки. Ну, прикольно. Короче говоря, ссылочки в описании. Переходим, смотрим. Старенький заводик. Появился теперь у нас раздел. Вот. Будет у нас Огайо. И еще там что? Трюковое. Трюковое будет в разделе трюковые колоды. Вот эти гав, которые добавились. Вот туда переходите и смотрите. Так, ну а у меня на сегодня... А, также еще Дэн и Дэйв появится. Все. На этом у нас заканчивается данный видосик. Мы заканчиваем. Все, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и покеда.